Үлкен рахмет. Развитие сектора МСБ и крупных бизнес-проектов. Такая задача возложена на новый региональный офис Европейского банка развития. Мы планируем инвестировать около 1 миллиарда долларов в Казахстан в этом году. Позже, когда президент Европейского банка развития прибудет в Астану, на 7 проектов будет выписано около 400 миллионов долларов. Мы оказываем консалтинговые услуги. Также вместе с прямым финансированием оказываем финансирование через наши банки-партнеры. Банк уже инвестировал в компанию «Шымкентцемент». Финансовая организация предоставила 5 миллиардов тенге на реконструкцию завода. Европейскому банку развития интересен агробизнес, гидросфера и инфраструктура региона. По словам чиновников, такой поддержкой международных организаций необходимо воспользоваться. Это вот наши первые проекты пошли в «Шымкентцемент». Возможно, еще несколько проектов сейчас рассматривается, солнечная станция. Третье направление, это очень важное направление, скажем, это финансирование инфраструктурных проектов. В первую очередь это уличное освещение, ЖКХ, энергетика и новые направления, на которые мы сейчас начали работать, это расширение ирригационных, орошаемых земель, то есть строительство ирригационных систем. Это большие проекты, конечно, с бюджета сейчас возможности нету, но есть возможность через ИБРР привлечь деньги. В регионе банк работает с 2005 года. В текущем году он профинансировал 180 важнейших проектов на сумму 1 миллион евро. В будущем году руководство банка планирует увеличить финансирование южно-казахстанских предпринимателей. Стоит отметить, что Европейский банк развития – один из крупнейших инвесторов в Казахстане. На данный момент банк инвестировал более 6,5 миллиардов евро в различные отрасли экономики Казахстана. И он также будет на пленарном заседании.